Легендарный партизанский комбриг Александр Герман. Третья Ленинградская пустила под откос больше 300 железнодорожных эшелонов, уничтожила около 10 тысяч вражеских солдат. Как этнический немец воевал против вермахта и даже организовал под носом у фашистов партизанскую железную дорогу. Он там пишет, что жизнь я люблю безумно, но если возникнет такая ситуация, когда нужно ее отдать, защищая Родину, я не задумываюсь, ее отдам. Соратники о подвигах знаменитого отряда и его командира. Дедович у нас стоял, штаб немецкий. Это было 4 километра в одну сторону туда. И в этот штаб я все время бегала, узнавала, слушала, когда пойдут поезда. Легенды армии. Во вторник в 19:40 на телеканале «Звезда».